Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. Новогодние праздники позади, и в новом 2014 году мы снова будем следить за самыми интересными событиями нашего самого футбольного региона. Основной состав «Крыльев» уже вовсю тренируется в Турции, ну а молодежка первый этап подготовки к весенней части чемпионата провела на родине. Подробности в нашем первом сюжете. На первой тренировке в 2014 году молодежный состав не досчитался большой группы игроков. Однако тренерский штаб не спешит бить тревогу. Костяк команды на втором этапе сезона останется неизменным. Некоторые футболисты, по согласованию с тренерами, получили возможность отдохнуть на день-другой дольше. Впрочем, коллектив, вышедший 9 января на искусственное поле клубной базы, не выглядел малочисленным. Причина тому – ряд прибывших на просмотр молодых игроков Тольяттинской академии. Вернулся из аренды в футбольном клубе «Тосно» Сергей Сипатов. Тем не менее, позиция центрального нападающего – одна из приоритетных для усиления состава. Вперед ищем усиление нападающего, ищем крайних, защитников, полузащитников. Два дня резервисты потратят на легкие, втягивающие тренировки и медобследование, после чего нагрузки вырастут. Но окончательно определится обойма игроков, которые продолжат борьбу в первенстве молодежных составов после турнира в Саранске. Мы по приглашению футбольного клуба «Мордовия» едем на турнир до 18 января. Там в каждодневном режиме будем играть, как раз просматривать новичков. Также в планах тренерского штаба два зарубежных сбора, которые команда проведет в Турции. Соперники молодежки по товарищеским матчам пока не определились, но Владимир Кухлевский рассчитывает на спарринг с сильными соперниками. Не исключены и поединки со взрослыми командами. Руководство клуба, несмотря на высокое турнирное положение резервистов, по-прежнему не спешит требовать от команды результата любой ценой. Однако сами футболисты нацелены развить осенний успех. Я скажу, наверное, за всех ребят, если они согласятся, что никто не будет доволен, если мы опустимся ниже данной строчки. Это минимум. Ну, в смысле, минимум третье место надо. Уж, тем более мы идем давно на нем. Уже больше половины чемпионата сыграно, так что минимум третье место должно быть. Но у нас небольшой отрыв от второго и первого места. И были возможности приблизиться, мы немножко не воспользовались ими. Но все равно надо, я считаю, подниматься больше. Возобновит выступление в молодежном первенстве России самарская команда в начале марта гостевым поединком против столичного «Локомотива». Пока футбольные поля зимуют под снегом, в Самаре набирает ход чемпионат города по мини-футболу. Специалисты отмечают, что год от года уровень соревнований только растет, и наша программа не могла обойти стороной этот турнир. Матчи Суперлиги чемпионата города по мини-футболу проходят в зале спорткомплекса «Олимп». Единственный минус этой площадки – удаленность от центра Самары. Все остальное на высшем уровне. Отличные условия созданы и для команд, и для зрителей. Предусмотрена небольшая трибуна. Ну а главное – великолепный паркет, играть на котором – одно удовольствие. Кроме Суперлиги в городе существует еще два дивизиона, а количество команд множится с каждым годом. Чемпионат проводится в трех лигах. Это Суперлига, 12 команд, Высшая лига, 12 команд. И с каждым годом мини-футбол в Самаре набирает обороты и обороты. Я думаю, что уже такой город, как Самара, должна иметь команду где-то в вышестоящем дивизионе, не то, что как по его уже или где-то. 12 января программу 6-го тура чемпионата завершали команды «Легион» и «ГТС». Благодаря команде «Легион» и ее капитану Денису Потапкину программа «Футбольный регион» получила возможность провести уникальный эксперимент. Не просто понаблюдать за встречей, но полностью погрузиться в пучину событий. Ваш покорный слуга был внесен в заявку и получил право выйти на площадку. Честно говоря, перед игрой казалось, что для экспериментов выбран не лучший матч. Соперник, команда «ГТС», уже не первый год задает тон в самарском мини-футболе, да и чемпионат
чемпионат города – не основной турнир для команды. В этом году газовики выступают в зоне Приволжья первой лиги чемпионата России. Дело в ГТС поставлено основательно и амбиции соответствующие. Самой же главной проблемой, с которой столкнулся «Легион» перед началом встречи, были травмы ряда игроков, которые не позволили им принять участие в матче. В мини-футболе, как в хоккее, практикуются постоянные замены по ходу встречи, дабы постоянно поддерживать высокий темп. А малочисленность состава практически не оставляла «Легиону» пространства для маневра. Исходя из обстоятельств, была выбрана тактика на матч – предельно строгая игра в обороне. Что касается наступательных действий, предполагалось при любой возможности быстро доставлять мяч вперед, на позицию столба, где нападающим предстояло демонстрировать индивидуальное мастерство. На протяжении первого тайма план работал великолепно. Здорово подготовленные технические игроки ГТС без труда перевели игру на чужую половину поля. Первые 10-15 минут это, впрочем, почти не приносило реальных голевых моментов. Дисциплина в обороне позволяла нам накрывать практически все удары, да и вратарь Сергей Володин действовал надежно. Однако, чем ближе была концовка тайма, тем сложнее было сдерживать атаки соперника. Временами газовики, выражаясь футбольным языком, откровенно возили нас по площадке и в концовке первой половины добились-таки своего. Счет был открыт за 2 минуты до перерыва в результате быстрой атаки. А когда до свистка оставалось всего лишь 18 секунд, игрокам ГТС удалось за счет большого количества быстрых передач вывести форварда на убойную позицию и забить второй мяч. Пропускать за считанные секунды до перерыва очень обидно, но играть оставалось еще 20 минут, более чем достаточно, чтобы исправить положение. Тактика оставалась прежней – не пропустить в дебюте и сделать ставку на мощную концовку. Все больше времени на площадке проводили главные атакующие силы «Легиона» – в лице Артема Федулова и Александра Никулина. Футболисты, имеющие опыт выступлений в профессиональных командах по большому футболу, делали ставку на опыт, и спустя 5 минут после возобновления встречи Никулину удалось подкараулить ошибку соперника. Александр заработал пенальти и сам же его реализовал, сведя к минимуму разницу в счете. Пропущенный мяч не мобилизовал должным образом соперника, и уже спустя минуту счет стал равным. «Легион» быстро разыграл штрафной. Дмитрий Кузнецов блеснул индивидуальным мастерством и пробил. Голкипер справился, но на подборе слово лучше всех сориентировался Никулин. 2-2. Практически сразу нам выдался шанс развить успех. Быстрая атака, опасный штрафной, остроумный розыгрыш. Артем Федулов оказался в гордом одиночестве перед воротами соперника. Однако лучшему бомбардиру «Легиона» на этот раз не повезло. Мяч попал в штангу. В атаке получалось все больше, однако увлекаться наступательными действиями было нельзя ни в коем случае. Стоило раскрыться и на миг потерять концентрацию, как ГТС провел молниеносную атаку и снова вышел вперед. Шансы на окончательный успех оставались, но нашей команде явно нужна была небольшая передышка. К счастью, в отличие от старшего собрата, в мини-футболе предусмотрены тайм-ауты. Своевременная пауза позволила не только отдышаться, но и обсудить план на концовку матча. Тактику диктовала сама игра. ГТС успел набрать 4 фола, а пятое нарушение за тайм по правилам карается 9-метровым штрафным ударом. Мастеров по реализации таковых в команде хватало. Оставалось этот самый штрафной заработать. С задачей минимум успешно справился Артем Федулов. Ну а завершил дело партнера пушечным ударом с левой ноги Дмитрий Кузнецов. Счет снова стал равным – 3-3. И впереди была очень напряженная концовка, где ценой каждой ошибки могли стать 3 очка. Заключительные 3,5 минуты вместили в себя множество событий и опасных моментов, созданных обеими командами. Однако ничейный счет остался неизменным до конца встречи. Игроки ГТС не скрывали разочарования. Конечно, настраивались на победу. Я думаю, из-за своих ошибок проиграли, как 2-0 вели. Должны были спокойно доводить до победы. У футболистов «Легиона» были все основания быть довольными собой и результатом. Пораженческих настроений у нас никогда нет. В общем-то, нам самое главное – победить себя. Если мы сможем внутри себя сделать установку, что мы можем победить, то мы побеждаем, в общем-то, любого соперника. Был интереснейший матч по накалу, по счету, по игре. Я считаю, сегодня у нас была действительно команда с большой буквой «К», то есть нельзя выделить кого-то одного, это была команда. Ну и счет по игре, я считаю. С лидером всегда интересно играть, с ГТС очень интересно играть. О том, как будут развиваться события в чемпионате Самары по мини-футболу, мы обязательно расскажем в следующих выпусках нашей программы. Признаюсь честно, эта встреча далась мне очень нелегко. Однако играть в такой компании и против столь сильного соперника
огромное удовольствие. Увы, в ближайшее время повторить подобный опыт не получится. В ближайшие недели наша съемочная группа проведет в Турции, где «Крылья Советов» уже полным ходом готовятся ко второму этапу чемпионата России. Свой первый зарубежный сбор в 2014 году «Крылья Советов» проводят в турецком Белике. Наша команда остановилась в отеле «Зейнеп», где уже тренировалась 2 года назад под руководством Андрея Кобелева. Одно из важнейших преимуществ гостиницы – наличие собственных футбольных полей отличного качества. Мы живем вместе в одной гостинице с командой «Фенербахче». Одной из ведущих команд турецкого футбола. Делим футбольное поле с этой командой. До этого не эксплуатировалось, готовилось только для этих сборов, поэтому условия, в которые мы приехали, достаточно комфортные. Медосмотр, который команда прошла в Москве, и первые тренировочные дни показали, все футболисты ответственно подошли к самостоятельной работе в отпуске и полностью готовы к работе. Нагрузки, как и всегда в начале подготовки, весьма серьезные. Команда тренируется в двухразовом режиме. Мы им давали программу. Одни в большей, другие в меньшей степени выполнили эту программу. Собрались в хорошем настроении и продолжают работать тоже в хорошем настроении. Тяжело вступать в работу после такого продолжительного отдыха. Но, тем не менее, все стараются. Вместе с командой тренируются залечившие травмы Сергей Корниленко и Бруно Телес, коллега бразильца по амплуа Валерий Почевалин, вернувшийся из аренды, а также новобранцы «Крыльев» Дмитрий Яченко и Алан Чачиев. Яченко должен укрепить оборонительную линию, в которой «Крыльям» часто не хватало глубины состава. Тем более, что футболист, зарекомендовавший себя в премьер-лиге по выступлениям за «Терек», готов закрыть и правую, и левую бровку. Я играю справа и слева, без разницы. Для меня проблем никаких нет. Чачиеву в «Крыльях» предстоит выдержать серьезный экзамен. В линии полузащиты в самарской команде конкуренция высока. Однако футболиста, имеющего за плечами опыт выступлений за молодежную сборную России и отлично проявившего себя в ФНЛ, это только подстегивает. Полузащитники тут сильные. И Игорь Семшов, Павленко. Ну да, что футбол не без конкуренции. Как бы сегодня один играет, завтра другой. Я буду тренироваться, работать, а там уже как тренер будет смотреть на это все. Нередко первые зимние сборы отличаются тем, что и на просмотр в команду приезжает очень много игроков, из которых при желании можно составить полноценную команду. На этот раз от подобной практики решено отказаться. С первого сбора селекция будет вестись по точечному принципу. На данный момент с основным составом тренируется лишь один потенциальный кандидат на попадание в команду – полузащитник Георгий Джиоев. Есть пополнение и в тренерском штабе самарцев. За физическую подготовку игроков вместе с Александром Грачевым теперь будет отвечать Александр Фадеев. Возможности этого специалиста хорошо знакомы Александру Цыганкову по сотрудничеству в Раменском «Сатурне». Один из ведущих специалистов легкой атлетики, сам бывший спортсмен, потом у него была целая группа хороших легких атлетов, тренер сборной Украины. Уже долгое время он работает в футболе, интересуется живо, получил категорию профессиональную футбольную, работал в Кубани, работал в Химках, работал в Раменском «Сатурне», где мы с ним, собственно, и познакомились. И, на мой взгляд, он вместе с Грачевым будет дополнять друг друга. Для
специалистов по физической подготовке первый сбор – самая горячая пора. Однако, несмотря на высокую интенсивность работы, Александр Цыганков старается всегда находить время для упражнений с мячом. То, что бывает вот дыр-дыр вот на технику, там они в основном как бы на эмоции больше. Вечером такие тренировки, утром как бы надо чуть поработать, так напрячься, так устаешь, потом днем поспал после первой тренировки, потом вечером уже легкая тренировка. В основном работа бывает в тренажерном зале. Кроме ежедневных тренировок, на первом сборе нашу команду ждут 3 контрольных матча, о которых мы обязательно расскажем в следующих выпусках нашей программы. Девятнадцатого января «Крылья Советов» сыграют первую контрольную встречу на турецком сборе. Соперником самарцев станет команда «Ардебасы» из высшей лиги Казахстана. Все подробности этого матча и другие новости из стана нашей команды мы обсудим ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. До встречи на телеканале «Губерния» и официальном сайте «Крыльев Советов». Пока!